Казахстане есть истинные мусульмане. Казахша, понимаешь? Плохо понимаю. Не все, не все слова понимаю. Какие-то понимаю, какие-то нет. Да, очень жаль, свободных нет. Hello. По идее, мне, чтобы в моем эфире сидеть, мне надо брать с собой в руки переводчик и сидеть. Hello, привет. Только жаль, у меня нету второго телефона. У вас в городе все такие милые. Не знаю, я всех не знаю. Я всех не знаю. Хочет, пусть напишет. Хорошо. Чем славен Павлодар? Вообще говорят, что Павлодар это самый чистый город. Очень чистый город. Там видно будет. У нас набережная красивая в Павлодаре. Hello. Привет, привет, всем привет. Откуда ты? Я с Казахстана, город Павлодар. Щербакты 80 километров. Hello. Кто выиграл картинку сразу? Выпьется в нее. Разница. Если муж будет казах за 6 месяцев, выучим, да? Да. Ждете Россию. Жду Россию? Я не жду Россию. Очень красиво, спасибо. Привет с Узбекистана, привет. Сколько тебе лет? Мне 19. Ты замужем? Нет, я не замужем. Я уважаю тебя. Красотка. Спасибо. Добрый вечер. Уже доброй ночи, можно сказать. Есть парень, да. Фитнес ходишь? Фитнес нет, не хожу. Но дома бывает так. Типа занимаюсь для поддержания. Павлодар приезжаем, бывает очень чистый город. Да, вот я сколько... Какой чистый город... Привет из Азербайджана. Привет. Глаза там линз нет? Нет. Я без линз. Линз нет. Хотя, по идее, мне нужны линзы для зрения. Потому что у меня плохое зрение. Обычные, прозрачные. I'm from Kazakhstan.
Привет. Это мой прекрасный всех красавец вместе взят. Спасибо. Вы просто красавицы, больше слов нет. Спасибо. Привет, привет, всем привет. Очень красивая, спасибо. Мне кажется, и очки от зрения тебе будут идти. Ну, кстати, очки у меня есть. Очки у меня есть, но я не люблю их носить. Я их надеваю только в очень таких крайних случаях. Thank you. Россия. Нет, Казахстан. Супер, девочка. Hello, beautiful. Hello, thank you. Сколько вам лет? Мне 19. 19 лет. В этом году 20. Капец, я в шоке. Я в шоке, что мне в этом году 20 лет. Какие 20? Как вас зовут? Меня зовут Евгения. Ничего себе, 19. У меня тоже зрение не очень ночью, когда вожу машину, туда одеваю. Да, у меня минус 2. Привет. Привет, привет. Хай. Привет, как дела? Привет, дела хорошо. Дела хорошо.